Приветствую всех. Начинаем фарм. Вот врать не стану. Семерых сейчас потопил четвертых. Два вторых. Павел и Буцик четвертых. Это был Агамем. Три Вайпина. И два Индифака. В итоге ни на одном не было дублонов. А вот сейчас ради эксперимента простого трейдера бабоним. Будет там дублон или нет. Да, как видите, перки я даже не ставил. Боевые. Ну, считаю их вообще ненужным в данный момент. По той простой причине, довольно рядовой был мелочь.